Главный праздник весны – Международный женский день, принес жителям города над Бугом радость и вдохновение. Ведь это не только торжество красоты и изящества, но и напоминание о том, насколько важно беречь и уважать труд и разнообразные роли женщины, как матери, специалиста, друга и самого близкого человека в мире. В первую очередь искренне хочется поздравить всех наших женщин с этим прекрасным и светлым праздником, потому что весна – это всегда прекрасно. Просыпается природа, и мы ассоциируем женщину всегда с очагом семьи, который хранитель. И, наверное, на все века она так и останется тем уютом, теплом и добротой, которой сегодня мы питаемся. А рядом с женщинами все мужчины всегда становятся героями, которые хотят делать хорошие поступки. И, наверное, тем самым объединяем и мужскую, и женскую половину для того, чтобы укрепить нашу семью, в первую очередь, белорусскую семью, наши традиции. И, наверное, в этот праздник пожелать всем тепла, уюта и, наверное, мира всем нам. Нет ничего прекраснее на свете, чем женщина-мать. Знак высокого признания материнского подвига, согласно указу президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в торжественной обстановке 9 многодетным матерям города над Бугом председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский вручил ордена матери. Сегодня для нас один из знаменательных дней. Всего орден матери у нас уже получило 599 семей, из них 29 в прошлом году. И сегодня мы вручим еще 9 орденов нашим матерям, достойным людям, которые, наверное, с честью и достоинством показывают правильность семьи, воспитание детей и тем самым подтверждают роль матери в нашем государстве. По-настоящему женский подвиг этих 9 чудесных мам наглядно доказывает, что несмотря на многогранность прекрасной половины человечества, самым главным и важным предназначением для девушек было и остается материнство. Всякое в жизни бывает, но это в первую очередь радость, эмоции, очень весело в доме. Объятия, поцелуи, где-то они и не ладят, но все разрешается. На первом свидании было сказано, у нас будет 5 детей. Я в это не верила, но на 4-м поняла, что цель близка. Подтверждаю. Так и было. Моя супруга Олечка самая замечательная, прекрасная и милая. Я ее очень сильно люблю. В этот праздничный день каждая женщина Бреста была окружена заботой и вниманием. А на сцене областного общественно-культурного центра хорошее настроение им дарили талантливые артисты. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Итоги недели.